В парке культуры и отдыха села Белая Глина около ротонды состоялась торжественная церемония награждения талантливых и одаренных школьников, победителей и призеров всероссийских и краевых олимпиад, конкурсов и конференций. Глава района Александр Коклин поздравил ребят с достижениями, поблагодарил родителей за воспитание детей. Вам большое спасибо за то, что вы достигаете вот таких серьезных результатов. Это серьезные результаты. Вы являетесь примером для своих сверстников и тех, кто младше, и тех, кто старше. Те достижения, те награды, которые сегодня вы получаете, пусть они будут не последними, а в жизни у вас, чтобы все получилось, и все, что вы задумали, чтобы обязательно сбылось. Спасибо вам за то, что вы являетесь лучшей молодежью нашего района, и всего вам самого хорошего. Лауреатами премии главы района стали учащиеся школ Денис Важенин, Александра Костенко, Роман Воронкин, Анастасия Настека, Дарья Медведева и Анастасия Азовцева. Азовцева Анастасия, обучающаяся СОЖ номер 9, региональный призер Олимпиады по праву Московского государственного юридического университета имени Кутафина, призер региональной Олимпиады по журналистике. Воронкин Роман, обучающийся СОЖ номер 12, победитель региональной олимпиады школьников по литературе, призер по истории обществознания. Премии главы района благодарственными письмами и медалями награждены четверо школьников, победителей и призеров регионального этапа всероссийских олимпиад по разным предметам. Жарких Руслан, обучающийся СОЖ номер 9, призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. Зинченко Надежда, обучающийся СОЖ номер 16, победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству, мировой художественной культуры. Сразу несколько медалей получил учащийся 12-й школы Евгений Шиян, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, призер по математике, астрономии, географии, экономике. Я очень много готовился к этим олимпиадам. В прошлые годы я изучал материал. В этом году даже пришлось на некоторые предметы не обращать внимания, а просто написать ради себя, а остальные там были некоторые, приходилось готовиться. Завершилась церемония награждения музыкальным подарком от воспитанников объединения «Радуга» Белоглинского дома творчества. Зажигай звезды, зажигай, чтоб дорогу освещали.